Месяц назад Катя выступила на сцене Кремлевского дворца. Юная вокалистка прошла серьезнейший конкурсный отбор среди 5 одаренных детей Кубани, чтобы представлять край в составе детского новогоднего хора России. Кате всего 10 лет, но она уже стала лауреатом специальной премии главы Анапы. Петь одаренная вокалистка начала 4 года назад. Уже сегодня она победительница нескольких краевых и всероссийских конкурсов. Я хочу закончить школу и поступить в университет, чтобы я там научилась, а потом выступать в Большом театре. Я очень горда. Я люблю своих учеников, я с ними встречаюсь и в дальнейшем их судьбе участвую. То есть, это моя жизнь, это мое кредо, и без этого я не представляю свою жизнь. Чтобы достичь таких результатов, одного таланта мало, признаются юные дарования. За их успехами стоит каждодневный труд, системная и кропотливая работа педагогов. Развитие системы дополнительного образования – один из приоритетов, который обозначил глава города Юрий Поляков. Конечно, очень приятно, что у нас есть такая смена поколений. Конечно, хочется выразить искреннее слово благодарности преподавателям, родителям, тренерам за то, что они открыли эти таланты, за то, что мы их видим и сегодня чествуем. В этом году специальной премии главы Анапы были удостоены более 70 детей. Воспитанники общеобразовательных и музыкальных школ, юные художники, спортсмены и робототехники. За ними будущее Кубани. Многие становятся лауреатами не в первый раз. После церемонии награждения их поздравили лучшие анапские коллективы большим праздничным концертом. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.